«Культпоход». Здравствуйте, в студии Светлана Удельная. Новости культурной жизни города. В ближайшую минуту поведаю вам, куда сходить и на что посмотреть. Режиссер театра на Спасской, советник губернатора по культуре Борис Павлович решил поставить спектакль в поддержку кировского узника Болотной и внештатного корреспондента «Вязкого наблюдателя» Леонида Ковязина, которому вменяет участие в майских беспорядках на марше миллионов. Как оказывается, в тот злополучный день Леонид оказался в столице как раз благодаря делам театральным. Поехал на «Золотую маску». На фестивале он был заявлен как актер одного из спектакля, играв в постановке «Тити безупречный» о драм-лаборатории ВятГГУ. После спектакля решил прогуляться и заодно снять на камеру происходящее на марше. Как дальше развивались события, всем нам известно. Актеры решили поставить в поддержку Леонида спектакли «Аристей и Агамемнон». У защиты Леонида сейчас есть шанс выпустить его на свободу на время следствия под залог 500 тысяч рублей. Как заявляют сами актеры, цитирую, «Мы не можем установить единую сумму пожертвований. Пусть каждый из вас решит, сколько будет стоить билет на этот спектакль». Участники драм-лаборатории будут ждать зрителей в актовом зале первого корпуса ВятГГУ уже завтра в 19 часов. Что касается музыки. 15 октября – первый в этом сезоне вечер с Даниилом Крамаром. Этот человек в представлении не нуждается. Джазмен каждый год приезжает к нам в компании каких-нибудь гениальных музыкантов из разных стран. В этот раз маэстро выйдет на сцену с легендой американского джаз-вокала Кевина Махагани. Подыгрывать им на альтсаксофоне будет не менее талантливый Роберт Анчиполовский из Израиля, а также контрабасист Саймон Стар из Австралии. За ударными – музыкант из Словении. 12 октября в Кирве-Тасканском концерт Борис Гребенщиков. Он уже по традиции выступит в филармонии. А 10 дней спустя на эту же сцену выйдет Пушкин. Исполнит эту почетную роль Сергей Безруков. Он же, кстати, и срежиссировал данную постановку. Оценить работу можно будет 29 октября. Актер в амплуа Александра Сергеевича выйдет на сцену в 19 часов. А 4 октября к нам приедет Орбана Круче. Эта группа образовалась в северной столице, но фронтмен, он же автор всех песен, Макс Иванов, и бас-гитарист Алексей Пяткин родом из Кирова. Они, несмотря на плотный гастрольный график, родную Вятку посещают с четким постоянством. В этот раз приедут к нам в рамках тура «Восток-1». Электричество в Гауди-холл ожидает нас с вами в 7 вечера. Что касается эстрадных артистов, 6 ноября в ДК «Родина» выступит та, что обременена низким голосом и музыкальным слухом, Диана Арбенина с ее «Ночными снайперами». Их 31-я весна, актриса, катастрофические, а также новые песни ровно в 19 часов. Тем временем в кинотеатре «Смена» готовится показать нам очередные короткометражки. 28 числа там стартует Манхэттенский фестиваль. В этот день 150 тысяч киноманов из 300 городов мира объединятся для одной цели – проголосовать за лучший фильм. Это то, чем собственно, мы с вами занимались осенью минувшего года. Уже традиционно в битве за зрительское признание участвуют 10 режиссеров из разных стран. Что самое интересное, впервые за 15-летнюю историю фестиваля в программу вошел фильм российского режиссера, кинодебют известного петербургского актера Виталия Салтыкова «Куда течет море» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Это у меня все. Встретимся уже завтра и вновь поговорим о культурных событиях грядущих дней. Организуйте свой досуг со вкусом. У микрофона была Светлана Удельная. «Культпоход».